Уважаемые дамы и господа, итак, представляю вам участников поединка. Let me present you fighters. Fighter in the blue corner from Liberty. He is 34 years old, 168 centimeters tall and weighing in 60.65 kilograms. Eurasian Boxing Parliament champion. His professional record, 19 fights, 16 wins by 6 KO, 2 defeats and 1 draw. В синем углу боец из города Люберцы, ему 34 года. Рост 168 сантиметров, вес 60 килограммов, 650 граммов. Действующий чемпион EBP. Профессиональный рекорд 19 боев, 16 побед, 6 из них одержаны нокаутом, 2 поражения, 1 ничья. Павел Маликов! Fighter in the red corner from Balashikha. He is 34 years old, 172 centimeters tall and weighing in 61.30 kilograms. His professional record, 23 fights, 23 wins by 16 KO. В красном углу боец из города Балашиха. Ему 34 года. Рост 172 сантиметра, вес 61 килограмм, 300 граммов. Профессиональный рекорд 23 боя. Во всех одержаны победы, 16 из них нокаутом. Не знающий поражений, Роман Андреев. Рефери Виктор Панин. Побыстрее, пожалуйста. Господа боксеры, я прошу вас, опасно головой не идем, ниже пояса не бьем, слушаем мои команды. Я желаю вам удачи. Пожали руки. По углам. Друзья, у нас на комментаторской позиции появился Марк Урванов. Синюга, готовы? Да, у нас возраст, рост, вес бойцов ровесники. Спортсмены, но Андреев выше на 4 сантиметра и потяжелее, плюс поражений не имеет. Начинается поединок. Ну, ты хорошо, Марк, знаешь Павла Маликова. Сам должен был с ним боксировать, но да, всего готовился от него. Ну, я думаю, что здесь Павел, как и во всех боях, будет идти до конца. Однозначно. Что скажешь про Романа Андреева? Видел ли ты его бои, знаком ли ты с его творчеством? К сожалению, нет, не смотрел его боев. Поэтому ничего особого не могу про него сказать. Ну, 16 побед нокаутом. В общем-то, это не кот чихнул. И Маликов отвечает джебом в корпус. Скажи, на твой взгляд, насколько быстро восстановился после досрочного сентябрьского поражения Павел Маликов от Заура Абдуллаева? И как это может сказаться на поединке, который мы наблюдаем сейчас? Он так, действительно кратко, довольно-таки так рановато Павел вышел после того боя с Зауром. Работаем. Ну, раз вышел, значит, чувствует себя великолепно. И думаю, что здесь он покажет настоящее противостояние. Больше. То есть, на твой взгляд, с Зауром ему было все-таки сложнее? Ну, конечно. Хотя вот сейчас попадает Андреев, кстати говоря. Смотри, старается работать серийно. Начинает все атаки с джеба. Павел пока пристраивается к Андрееву. Ну и достаточно высокий темп у нас, да, в начале поединка. Ну, пока задает его именно Роман. Я согласен, да. Накидывает удары. Вот, хорошо сейчас попадает, кстати, Андреев. Да. И тут же добавляет апперкот. Я думаю, что здесь Павлу самое главное пока не оставаться у канатов, не давать зацепиться Андрееву за себя. Ну и мы видим, да, что Павел достаточно аккуратно держит руки, имеется в виду так, прижимает локти. Мое мнение, что как-то Паше некомфортно. Сейчас попал. Павел, ну, вскользь. У Андреева нос разбит. И это от удара, скорее всего. Да, столкновение головами пока не наблюдалось.
Размен. Да, но, кстати, там успел просунуть один удар. Вот и сейчас двойка в корпус. Павел чувствует эти удары. Очень быстрая от Андреева. Видно по выражению лица. Но мы знаем, да, мы знаем, так сказать, главная, наверное, такая... Вот снова. Итак, второй раунд начинается с стройного джеба. Со стройного джеба Павла Маликова. Ну, это его фишка. Но Андреев, кстати, так не смутился. И, смотрите, снова перешел в наступление, в контратаку. Я так понимаю, что были какие-то указания в углу у Павла. И он так очень достаточно агрессивно, кстати, начал встречать Андреева. Оп, хорошо, он попал. Сейчас от Павла Маликова. Вот правый заходит прямой. Потому что Андреев оттягивается. Здесь промахнулся Маликов. Андрей достаточно хладнокровно действует. Да, нос разбит. Возможно, как раз-таки... Опа, вот сейчас подловила Андреев. Ну, пока у Андреева нет повода как-то суетиться, теряться. Пока у него вроде как все под контролем. То есть он так сидит на сопернике. А вот здесь Маликов немножко... А вот здесь попал справа. Паша сейчас прямым, так... Да. Если он снова. Хорошо, боковые. Андрееву нельзя оттягиваться, нужно уклоняться или нырять под правой. Как только он оттягивается, Павел достает его. По корпусу попадает Андреев. И смотри, начал уже клинчевать Роман. Под клинчом. Вот снова справа. Перхот от Андреева. Маликов отвечает джебом. И скорость упала у Андреева. Скорость. Оп. А теперь по корпусу Маликов достает. Пропустил, правда, боковой справа. Ну и смотри, начал так. Да, да. Добавлять начал, Павел. О, хорошо. Опа. Сейчас было. И хоп. Это нокаут, по-моему. Если не нокдаун тяжелый. Корпус или нет? В голову. На размен. Голову. Челюсть. Вот это да. Все. Дамы и господа, рефери Виктор Панин остановил поединок на 2:05 второго раунда. Победу техническим нокаутом одержал Роман Андреев!